Наш эфир продолжает программа «Час». Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну что, Конгресс и афганский кризис. С этого начнем. Да, никуда нам не деться от проблемы, которую нам всем подарили товарищи демократы, уже третью неделю обсуждаем с вами этот кризис, но, видимо, как я и говорил, это еще не последний наш момент, когда мы вынуждены будем на эту тему так или иначе говорить. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И, в общем-то, один из вопросов очень много, конечно же, по поводу всего того, что происходит сейчас. Но один из самых важных, и который задается, ну, не только сегодня на самом деле, а уже довольно-таки давно, всякий раз, когда получается какая-то военная проблема, это где у нас, собственно говоря, Конгресс? Да, совершенно верно, все мы помним, и я сам не раз об этом говорил, и еще раз сошлюсь на ряд решений Верховного суда еще 30-х годов прошлого века, которые так или иначе, в том числе, кстати говоря, и решениями вполне консервативных судей, что политика внешняя – это все-таки удел в основном власти исполнительной, то есть президента. И если, как говорил, писал, вернее, судья Сазерленд, власть, политика внутренняя, она так или иначе делегируется штатами, и таким образом здесь Конгресс, как представители штатов, играет очень серьезную роль, то политика внешняя, она переходит от предыдущей власти, то есть от Британской империи, и таким образом здесь уже все на плечах президента. Ну и Рузвельт был, конечно, только рад этим пользоваться. Но, конечно же, не Рузвельт на самом деле был первым, кто такое вот отношение продемонстрировал к конституционным обязанностям и разделению власти. Я не буду вам рассказывать, конечно же, все. Но, наверное, напомню опять же, что первым президентом, который вот ухитрился, хотя мы все помним, что по Конституции только Конгресс имеет право объявлять войны, и действительно в серьезных случаях Конгресс войны объявлял, но в ряде случаев президенты сами прибегали к военным действиям или ставили Конгресс уже перед случившимся фактом. То есть Джефферсон во время берберийских войн, то есть первой, если угодно, войны с террором, он отправил боевые корабли разбираться с пиратами североафриканскими, но при этом сделал это в основном по собственной инициативе. И тем более, что Конгресс на тот момент был распущен на перерыв. И когда Конгресс собрался, то, в общем, Джефферсон поставил собравшихся перед фактом, что уже ведется активные действия, необходимо защищать американские интересы. Ну, Конгресс, естественно, пошел ему навстречу. И с той поры стало понятно, что президент так или иначе должен, не должен, то есть может, по мнению многих президентов, и должен Конгресс обходить. Что интересно, одним из наиболее, так скажем, уважительных по отношению к Конгрессу президентов стал Линкольн, хотя и принято его некоторым оппонентам рисовать едва ли не каким-то полудиктатором или еще что-то. Но вот, напротив, Линкольн с Конгрессом сотрудничал довольно-таки тесно во время гражданской войны. Ну, а вот чем дальше, чем больше институт президента укреплялся, тем, к сожалению, меньше и меньше Конгресс занимался военными вопросами. И в реальности то, что мы с вами наблюдаем в основном вот последние уже эти без малого 100 лет, все вот так или иначе продолжает ту, ну, не скажу даже, что традицию,
но тот прецедент, который был создан Верховным судом при Рузвельте в 30-е годы. При этом я не хочу, на самом деле, сказать, что вопрос решается абсолютно легко, и что просто если отдать все абсолютно военные полномочия Конгрессу, это выход из ситуации. Отнюдь нет, и если кто-то помнит то, что передачи, которые мы делали в связи с теми или иными действиями Трампа, там я, например, ссылался на судью Стори, тоже эксперта по Конституции еще 19 века, где он говорил, что в ряде военных вопросов необходимо срочное принятие решений, и это решение должны принимать несколько человек, а не огромное их количество. И в этом плане действительно военные какие-то операции зачастую лучше решать президент. То есть здесь у нас с вами та ситуация, где однозначного выхода нет, но где гений отцов-основателей как раз и подразумевал то, что вот эти пресловутые издержки и противовесы должны так или иначе друг другу помогать. И власть исполнительная должна сталкиваться с каким-то интересом со стороны Конгресса, а почему, собственно говоря, воюем там-то или там-то, а нам в Конгрессе никто не объяснил. Но и Конгресс должен прекрасно понимать, что когда необходимы очень срочные и спешные решения, то действительно, наверное, лучше оставаться в стороне. И если вспомнить эту вот резолюцию о военных полномочиях, так ее назовем, в 73-м году она была принята Конгрессом и связала руки Никсону и привела практически как раз к тому самому падению Сайгона, о котором мы говорим, то здесь, вне всякого сомнения, перед нами пример того, когда и Конгресс злоупотреблял своими действиями. Так что здесь, повторяю, все не так легко, но что важно, это то, что должен соблюдаться вот тот самый баланс. То есть решение, которое подразумевает некоторую постепенность, решение, которое может повлечь за собой последствия на несколько месяцев, на несколько лет и так далее. Разумеется, ну, про войну я уже не говорю, естественно, и про использование вооруженных сил здесь, вне всякого сомнения, лучше, чтобы Конгресс и власть исполнительная взаимодействовали. Если мы говорим с вами о чем-то очень оперативном, например, ликвидация террориста высокопоставленного или представителя враждебных вооруженных сил, ну, здесь, вне всякого сомнения, Конгрессу, простите, делать особенно нечего. Да, ему потом надо представить соответствующим комитетам объяснение того, почему исполнительная власть так поступила, но чтобы решать, например, ликвидировать Сулеймани или нет, создавать комитет Конгресса в Палате или в Сенате или и обсуждать этот момент, смысла абсолютно не было, и тогда все должно было решаться именно властью исполнительной. Ну и вот в такой ситуации мы с вами подошли к проблеме нынешней, и вне всякого сомнения выход из Афганистана, он так или иначе должен был, конечно же, серьезно контролироваться Конгрессом, по моему убеждению, потому что, еще раз повторяю, тут подразумевается не все-таки достаточно плавное развитие событий, а не резкое. И Конгресс должен быть в курсе того, что, собственно говоря, происходит, почему это происходит именно так, а не как иначе.
А не то, что вот мы решили, мы выходим, а теперь выясняется, что творится черт знает что, и кто там союзники, кто враги, вообще непонятно. Почему действует армия так, а не иначе. А отдельные представители Конгресса, да, вот ездили, кто-то ездил в Афганистан, за что их сразу же раскритиковали, кто-то постоянно озвучивает свое неудовольствие, свою критику и все остальное, но такое ощущение, что Конгресс из этой проблемы выключен. А это абсолютно ненормально, потому что даже при том, как я, что тоже я уже говорил, внешняя политика должна быть в приоритете у власти исполнительной, но может привести афганский кризис и к притоку беженцев, и к подъему терроризма, и как следствие к необходимости повышать расходы на оборону. Конгресс, как вы помните, главная его сила – это контроль за казной, то, вне всякого сомнения, каждое решение и каждое последующее действие администрации по тому, что происходит в Афганистане, должны были обсуждаться с Конгрессом. Мы этого не видим. Поэтому, естественно, возникает вопрос, а что, собственно говоря, делать дальше? Ну, хотя различных комитетов по расследованиям появляется в последнее время слишком много, и то недоразумение, которое называется «Комитет по расследованию 6 января» – лишний пример. Я, кстати, не то чтобы был уж совсем против расследования событий 6 января, но точно не так, как это хотят устроить демократы в палате, где все выглядит довольно-таки отвратно. А вот создать серьезный комитет и разобраться с тем, что было в Афганистане, стоит. Я ни в коей мере не говорю, что это решит все проблемы. Самый здесь яркий пример – это, наверное, тот самый знаменитый комитет середины 40-х годов, кстати, двухпалатный, который должен был разбираться в том, что происходило в Перл-Харборе. И по итогам, преимущественно, естественно, в нем состояли демократы, по итогам слушаний и действий комитета было решено, что да, некоторые ошибки допускались, но в целом претензий к деятельности исполнительной власти быть не может. И только мнение меньшинства двух республиканцев, Фергюсона и Брюстера, оно не очень известно, естественно. Но оно как раз было посвящено тому, что действия дипломатии и военных были абсолютно несбалансированными, что чрезмерная агрессивная политика в дипломатическое по отношению к Японии не подтверждалась военной должной мощью, ну и получилось то, что получилось. Кроме того, Брюстер и Фергюсон еще и отметили тот факт, что целый ряд важных документов, данных, свидетельств и так далее в той или иной степени властью исполнительной скрывались, не были представлены комитету под тем или иными предлогами и так далее. То есть, если вдруг сейчас создается вот такой же комитет по афганскому вопросу, то это, естественно, не решение вопроса. Тем не менее, комитет такой должен быть, потому что даже если мы с вами предположим, что, как и в случае с Перл-Харбором, в нем большинство будет демократов, и они приложат все усилия к тому, чтобы обелить Байдена и все свалить на Трампа, но почти наверняка будет и то же самое мнение меньшинства, и тогда мы с вами можем, в общем-то, увидеть реальное положение вещей. Потому что в данной ситуации, ну, я полагаю, что мнение меньшинства будет более весомым. Таким образом, комитет в Сенате или в Палате, или, ну, лучше, повторяю, воспользоваться примером того Конгресса и создать его двухпалатным, наверное,
или в Сенате, потому что Пелозе я бы такие вещи точно не доверял. Она, он уверяет, что все вообще замечательно и великолепно. И разобраться, почему, как, насколько план соответствовал тому, что хотел делать Трамп, насколько не соответствовал, что было сделано так, если так, ну, точнее, там найдут, что было сделано не так, все это нужно сделать. Это момент, на мой взгляд, основной. Если Конгресс так или иначе свою должность, свою функцию по контролю за деятельностью вооруженных сил здесь утратил, то, по крайней мере, свою функцию как такой орган расследования, хотя, напоминаю, тоже наказать они никого не смогут. Это расследование, которое имеет информативный характер, а не карательный. Но тоже это должно быть исполнено. И второе, это, конечно же, можно назвать чистым пиаром, чистой политикой и так далее. И не факт, что это себя оправдает, но ничего не поделаешь, политика штука жесткая. И в этой ситуации, во-первых, республиканцам и сенаторам, и конгрессменам, конечно же, имеет смысл отказаться от риторики «Америка проиграла» и сосредоточиться на риторике «проиграла бездарные, проиграли бездарные действия администрации Байдена». И вот под таким, под такой риторикой провести атаку на, прежде всего, кабинет Байдена. Я уже вижу, что в Палате представителей есть инициативы о том, чтобы объявить импичмент Блинкину, который, как, кстати, многие предупреждали, оказался абсолютно некомпетентным и бездарным госсекретарем, и от него избавиться надо. Конечно же, маловероятно, учитывая тоже расклад сил и в Палате представителей, и в Сенате. Но, тем не менее, даже такая вот инициатива, она может привести так или иначе к его отставке. И далее вот такой прицельный огонь по некоторым людям из окружения Байдена, Салливана можно добавить, пожалуй, да и Остина, ну, и Милли, нашего старого друга. Ну, в общем, имя Конгресс не обязательно каждому импичмент объявлять, конечно. Но их Конгресс должен потрепать очень-очень серьезно, чтобы все-таки было понятно, что некомпетентность, она должна караться. Что касается сам болезненный момент самого президента, то мой самый уважаемый на сегодняшний день мною лично эксперт по безопасности, ну, британец, правда, а не американец, Ричард Кемп, он в недавнем интервью, по-моему, это было у Левина, кстати говоря, сказал, что Байден не заслуживает даже импичмента, он заслуживает военно-полевого суда, потому что его действия, это, как главнокомандующего, это предательство своей армии. Но сам Кемп, естественно, потом добавил, что это фигура речи, потому что, конечно же, президент по Конституции может быть только подвергнут импичменту, но, а не военно-полевому суду. Это тут уж вопрос, еще раз говорю, как мы его воспринимаем с вами, президента, и те наказания, которые он должен понести за свои действия. Но, как бы то ни было, Байден, конечно же, у него есть предохранитель, который называется Камала и Харрис, если кто запамятовал. И если его вдруг уберут, а кто знает, возможно, даже демократы в этом импичменте не поучаствуют. Те, кто хочет увидеть поскорее Харрис во главе страны, то не факт, что этот самый импичмент делал такое благое. К сожалению, на сегодняшний день три человека, которые возглавляют Соединенные Штаты, это демократы, и демократы не консервативные точно. Напоминаю, Байден, Харрис и Пелоси. Более того, Пелоси, пожалуй, из них самая влиятельная в реальности. Так что здесь импичмент – это, к сожалению,
не выход. Но раз сами же демократы показали нам, что, оказывается, игры в импичмент – это вот такая хорошая забава, ну, пусть, что называется, пробуют свое собственное лекарство. И какие-то инициативы, вне зависимости от того, к чему они приведут, конечно же, против Байдена нужно использовать. Потому что как-то сочувствие к старому дедушке, который засыпает во время встречи с израильским премьером и сам не понимает, что происходит, это одно. Но то, что действия дедушки, они наносят огромный ущерб стране, да и всему миру, это другое. И сочувствие здесь надо отринуть. Так что республиканцы, здесь уже не весь Конгресс даже, а республиканцы, ну и адекватные демократы, самое время им проявиться, должны, естественно, атаковать всеми возможными способами и Байдена, и Харрис, и кого угодно. Я не думаю, что это приведет уж к такому страшному кризису, и в любом случае то, что делают эти товарищи, на мой взгляд, на сегодняшний день, уже гораздо опаснее любого кризиса. Поэтому, пожалуй, что активность республиканцев антибайденовская, да, это чистая политика, еще раз говорю, но это тот случай, когда она оправдана. И, опять же, мы никуда не денемся с вами от темы выборов 2022 года. В 2022 году те республиканцы, кто пытался призвать к ответу Байдена и его окружение за афганский кризис, я думаю, их будут вспоминать добрыми словами. И это им пойдет только на пользу, потому что сдаваться или как-то разрозненными голосами критиковать – это одно. А провести слаженную атаку, вне зависимости от ее последствий, это совсем другое. И именно этого я жду от республиканцев в Конгрессе. Здесь умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Да, спасибо, Иван. А пару слов по поводу возможного импичмента. Байден, безусловно, заслуживает импичмент, и в какой-то момент левая медиа получила отмашку, в том смысле, что можно критиковать Байдена, и, похоже, они в какой-то момент решили его сливать, но, как мне кажется, никакого импичмента не будет. Во всяком случае, левые не позволят его импичмент. И вот почему. В случае, если Байдену объявляется импичмент, его место автоматически занимает Камала Харрис. Таким образом, ну, с одной стороны, не объявить ему импичмент, не принять никаких мер, они рискуют потерять выборы 2022 года, промежуточные. Но с другой стороны, если они объявят Байдену импичмент, и Харрис становится президентом, она теряет свой голос в Сенате. Таким образом, получается 50 республиканцев, 49 демократов. А Митч МакКоннелл занимает автоматически место лидера большинства. Чтобы назначить вице-президента, Сенат должен за него проголосовать. Если, ну, правда, в республиканской партии достаточно предателей, которые, в принципе, могут предать интересы партии, интересы страны, все что угодно. Так вот, если Харрис становится президентом, и они теряют большинство в Сенате, вся эта адженда радикальная с этими триллионами долларов, с федерализацией закона о выборах, с федерализацией выборов, она сразу идет псу под хвост. Так вот, я думаю, что демократы не станут рисковать этим. Они скорее пожертвуют выборами 2022 года промежуточного, они скорее потеряют места в Конгрессе, но попытаются, потому что у них сегодня на руках все козыри, они могут через Reconciliation провести этот закон о 3,5 триллионах. В этом же законе есть пункт о предоставлении гражданства нелегалам и так далее. То есть, на самом деле, в законе заложена такая революция, такое кардинальное трансформирование Америки в нечто иное. И вот этим, я думаю, они пожертвовать не смогут.
Да, согласен. И потом всегда есть ковид. Да, да. То есть выборы... Да, нам вот теперь разведка донесла, что они ничего не знают и ничего не нашли. Была их уверенность, что Трамп обязательно, ну, не всех, конечно, а только наиболее буйных представителей бюрократии, русский агент куда-то пропало, и теперь вдруг выяснилось, что они вот толком не знают, что там случилось с этим самым ковидом, откуда он взялся, и зачем вообще этот доклад был офиса главы разведки, никому не понятно. А доводы о том, что с ними не сотрудничали китайцы, ну, это вообще смехотворно. Абсолютно. Так что, да, вы правы абсолютно. У них еще остается вариант голосования в условиях пандемии, уже откатанный, апробированный. Так что, скорее всего, с импичментом ничего не произойдет. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление. Если у вас появятся вопросы, уважаемые дамы и господа, пожалуйста, 847-400-5200, но уже после рекламы. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии 847-400-5200, на тот случай, если у вас возникли вопросы. Ну, а если нет вопросов, есть, давайте попробуем... принять. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Вот на днях в соцсетях появилось видео бывшего подполковника американской армии, который служил в Афганистане, и он говорит о том, что не надо было бросать военную базу, вот это, на которой были сосредоточены. Да, да. И нужно было выводить войска именно из этой базы и не оставлять наше оружие, и также вывести весь дипломатический корпус Соединенных Штатов, что не было сделано, и были брошены на произвол судьбы не только наши войска и оружие в размере почти 80 миллиардов долларов. Не кажется ли вам, что это было... согласовано действия и Талибана, и нашей демократической партии, потому что все говорят о том, что они хотели приурочить к 20-й годовщине 11 сентября, где, можно сказать, ислам победоносно шагает по миру и уже побеждает у нас в Соединенных Штатах. Лице Ильхона Омара, Рашиды и самого Обамы. Спасибо. Да, спасибо. Но некомпетентность, она иногда еще опаснее, чем злой умысел. Хотя в данном случае тут все больше и больше странных вещей выясняется. Потому что, судя по всему, и мы это видим, администрация Байдена видит в Талибане союзников. И уже вы наверняка видели информацию, что генералы признают, что центр командования ведет обмен разведданными с Талибаном, то есть элементарно им поставляет какие-то сведения. Ну, естественно, это они говорят, что там все опасно, все подвергнуто цензуре, но сам факт, что разведданные Соединенных Штатов подставляются Талибану, это вообще-то не очень хорошо, и я использую самое мягкое определение. И в этой ситуации представить, что существовала некоторая договоренность о том, что талибам действительно отходит американское оружие при каких-то условиях, которые мы не знаем. Может, там глава ЦРУ Бёрнс как раз об этом разговаривал, тоже мы этого не знаем. То я эту возможность не отрицаю. У нас уже вот есть этот официальный враг – исламское государство Хорасан, которые вроде бы враги Талибана, и Талибан чуть ли не союзник Соединенных Штатов в этой ситуации. Хотя явно враги-то они враги, но там между ними явно взаимодействие отлажено. И да, я повторяю еще раз, очень может быть, что факт перехода получения какого-то количества оружия Талибаном в результате спешного вывода американских войск, он в договоренность входил. Да. Вообще трудно себе представить, что... Не знаю, но вот некоторые говорят, что разведка наша совсем не сработала.
Мне трудно представить, или действительно разведка была настолько занята поиском внутреннего врага, белых супремасистов, что им было не до того, что происходит в Афганистане. Но ведь это факт, что 23 дипломата написали письмо министру иностранных дел Блинкину, которому, кстати, по-моему, уже артикл об импичмент, да, уже готовится. Готовится, да. И он об этом не сообщил президенту Байдену, и тот не сделал никаких выводов. Я тоже склонен думать, что все, что происходит, происходит не случайно. Просто я не могу, у меня не укладывается в голове, что люди, там, скажем, в армии, прослужившие десятки лет, занимающие самые высокие посты, были настолько некомпетентны. Ну, просто не может человек достичь вот такого уровня. Ну, я понимаю, там выборы президента сфабриковали, сфальсифицировали или каким-то образом политика. Ну, в общем, это все понятно. Но вот что военные так ошиблись, а я в это как-то не могу поверить. Давайте попробуем. Да, я еще, извините, да, быстро добавлю. Я не собираюсь защищать разведсообщество, но все-таки замечу, что, увы, существует давняя традиция, по которой неудобные разведданные, они просто-напросто не публикуются и не доводятся до сведения от кабинета. К сожалению, такое имеется. Если считается, что вот надо фильтровать данные, чтобы все, что шло, вот подтверждало уже принятое решение, то даже если бы были точные данные, вот, что это теракт там, с точным временем, и то, что вот все последствия, которые мы видим, и с другой стороны было бы заверение, что все будет замечательно, то, поверьте мне, люди из Совета по безопасности около президента, они бы сделали все, чтобы первый негативный доклад, он бы не дошел до них так или иначе, а вот второй, они бы повсеместно его и продвигали. Это старая традиция, увы, это да. И она только ухудшается в последнее время. Это да, тем более, что на вершине стоит тот, кто принимает окончательное решение, какой доклад нести, это политический назначенец. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вот, знаете, у меня такое ощущение, что не захотели предотвратить первый теракт. А второй почему-то они быстренько предотвратили, смогли. Это они, эти сведения они получили, а те они не получили. Это очень-очень интересно. Я думаю, что это специально было сделано, чтобы запугать народ. А второй, вот какие мы хорошие, какие мы успешные, вот мы справились. Вот я не знаю, у меня вот такое вот чувство, что они просто играют на американским народом, как хотят, как кошка с мышкой. Спасибо за ваш звонок. Да, очень может быть. Тем более, повторяю еще раз, талибам тот теракт был очень и очень выгоден. А учитывая, что талибы сейчас, повторяю, как не дико это прозвучит, но воспринимаются едва ли не как союзники нынешней администрации, то ну, заканчивайте сами мое предложение. Послушайте, конечно, как союзники. Если они обеспечивали периметр, безопасность периметра, талибы обеспечивали безопасность, они контролировали весь периметр вокруг аэропорта Карзая. Талибы контролировали, не наши, талибы. Так что, безусловно, они воспринимают их как союзников. Вообще ситуация такая лос-лос. Не выведи, ну, сегодня, кстати, все, последний день, по-моему, последний рейс уже покинул Афганистан. И деваться некуда было, потому что, с одной стороны, там остались неизвестно сколько американцев, и это брошенные на произвол судьбы люди. С другой стороны, не выведи последних военных из этого аэродрома сегодня, а завтра талибы могли, вооруженные нашим оружием современным, ракетами, дронами, бронемашинами, зенитными установками, чем угодно, они представляли реальную угрозу для наших нескольких тысяч солдат, которые находились на территории этого аэродрома. И они вполне могли там их просто погасить. Так что куда ни кинь, всюду клин. И эту ситуацию по-прежнему Трампа-ненавистники сваливают все на Трампа.
это Трамп виноват. Ну, правильно, Байден сказал, это все мы действуем по плану Трампа. То есть все остальные планы Трампа, все его исполнительные указы он отменил, начиная с первого дня своего пребывания в Белом доме. А вот этот план он переработать не мог. У них 7 месяцев было, чтобы подумать, и он не мог ничего сделать. Ну, для людей наивных или подлых, или тупых, я не знаю, это объяснение вполне, так сказать, подходящее. Они так и продолжают говорить, что это Трамп во всем виноват. Я читаю комментарии, там Аксиос пишет какой-нибудь пост, делает, и в комментариях, господи, да чего ж безумные люди. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, господа. Я думаю, что не только я такой умный, среди талибов тоже найдутся такие люди, которые захотят навести мосты между нашими БЛМовцами и всей этой шушерой, и предложат им деньги. А за деньги эти сволота сделают все, что угодно. Так что не надо ждать терактов здесь у нас, в Америке. Ни талибами они не будут больше своих людей присылать. У нас хватит своей собственной швали. Если я в этом сильно-сильно ошибаюсь, скажите. Вы знаете, да что... Нет, к сожалению, вы правы. С одной стороны. Более того, если вы затронули денежный вопрос, то, судя по всему, в ближайшем будущем опять начнется вымогательство у вас, ну, потому что это деньги не правительства, а ваши. Денег, потому, учитывая, сколько американцев осталось в Афганистане, мы на самом деле не знаем. Я уверен, что периодически будут выясняться, что там это и там-то они заложники. Американское правительство будет платить деньги, чтобы их вернуть. А на что пойдут эти деньги, ну, вы сами понимаете. В том числе на те самые теракты, про которые вы говорили. Поэтому здесь, конечно же, очень нехорошие последствия по целому ряду направлений. А с другой стороны, среди тех десятков тысяч афганцев, которые... расселяются сейчас по военным базам в США. А у меня нет никакой уверенности. Мало того, я уверен, что не все из них прошли, потому что значительная часть из них вообще не имеет никаких документов. И когда через контрольные пункты пропускают талибы, я вовсе, так сказать, кто из вас, уважаемые господа, даст руку на отсечение, что среди этих беженцев, так называемых, нет представителей того же ISIS, того же Талибана. Я думаю, так что посмотрим. Хорошо, у нас еще остались темы, о которых мы хотели поговорить. Я всегда говорил, что демократы — это расисты, потому что все, что, ну, любая оценка действий, событий и так далее, если на те или иные действия смотреть с расовой точки зрения, это и есть признак расизма. Так вот, еще одно яркое подтверждение тому, такой тупой либеральный расизм по отношению к кандидатам в губернаторы, я имею в виду Лэри Элдера. Совершенно верно. Про Лэри Элдера уже говорили, и еще будем говорить, потому что либералы вдруг обнаружили, что Элдер может повторить трюк Трампа, если угодно, а именно, будучи, казалось, просто шоуменом, но очень ярким и, кстати говоря, с незаурядным интеллектуальным багажом, почитайте его книги, может стать губернатором Калифорнии, которая, ну, вроде бы оплот всего вот этого левого, так скажем, отребья, ладно, не буду подыскивать другие слова. И мало того, что он может выиграть, мало того, что это человек консервативных, ну, даже, я бы сказал, либертарно-консервативных взглядов, изначально Элдер был либертарианец, потом разошелся с особо радикальными либертарианцами в вопросах как раз национальной безопасности и себя позиционирует скорее консерватором, да, все-таки. Так вот, то, что консерватор может победить, это уже катастрофа. А то, что это консерватор еще и чернокожий, это уже абсолютный взрыв всего чего угодно в организмах левых. И так как у них просто вот не умещается в сознании у самых тупых то, что могут быть разные взгляды на политику, а у самых умных они просто считают, что всех черных
надо подчинить, а тех, кто себя ведет неправильно, затравить, то, естественно, включилась масштабная карательная операция по уничтожению кандидата Лэри Элдера. То есть в «Лос-Анджелес Таймс» такое ощущение, что вот просто не о чем писать, кроме как о том, какой плохой Элдер. Я уж, по-моему, цитировал, да и вы наверняка видели этот совершенно убийственный заголовок, что Лэри Элдер – это черное лицо белого супремасизма. Автор статьи, кстати, черная колумнистка сама по себе. Но я не знаю, какие наркотики она употребляет и каким алкоголем их запивает, потому что, конечно же, формулировка совершенно дикая. Более того, у левых еще и довольно-таки однообразный набор трюков, направленных на обвинение, потому что, ну, раз вот человек чернокожий, то, исходя из каких-то там стереотипов, надо обыгрывать то, что он себя ведет там агрессивно по отношению к женщинам, и еще и оружием при этом машет, поэтому вот вытащили какую-то его былую спутницу, которая вспомнила, что якобы он там ей угрожал пистолетом, да еще там чуть ли не был обкуренный и, так, и все такое. Ну, в общем, история какая-то совершенно дурацкая, потому что, во-первых, опять вроде случилось в 2015 году, а она вот решила никому до сей поры про это не рассказывать. И это настолько смехотворно, ну, что даже ее эту историю, ну, так широко не афишируют сами левые, сосредотачиваясь на том, что вот Элдер трампист, ультраправый, ну, сами знаете, у нас нет правых, у нас есть левые и ультраправые сразу же, вот так вот. И то, что, в общем, сосредоточие всех пороков, если он победит, то сразу же глобальное потепление уничтожит Калифорнию, черным и латиноамериканцам будет плохо, и так далее, и так далее. А при этом штука в том, что у латиноамериканцев как раз, по некоторым данным, Элдер может за счет их поддержки, в конце концов, и победить. Но там ситуация такая, что очень сложный этот аппарат этого отзыва, что надо проголосовать за отзыв Ньюсома, ну и потом уже будут смотреть, кто сколько набрал из его конкурентов, и там по опросам лидирует, скорее всего, Элдер. То есть, действительно, шансы у него есть. Мы еще будем к этой теме возвращаться, а пока, так если посмотреть, что он может сделать реально. С одной стороны, он кругом будет окружен демократами, потому что там везде это супербольшинство демократов. Но с другой стороны, он может отменить все вот эти вот дебильные принудительные маски, вакцинации и так далее. Он может использовать Национальную гвардию для защиты штата от наплыва нелегальной иммиграции. Он может, например, активизироваться и объявить какие-то особые меры для борьбы с преступностью, потому что это серьезная проблема, и более того, окружные прокуроры Калифорнии, но ведут себя просто как персонажи из комиксов или каких-то боевиков, которые выпускают преступников или отменяют наказание за кражу из магазинов, все вы знаете это, если они там не превышают 900, кажется, долларов. И в такой ситуации Элдер вполне может, как губернатор, ужесточить, объявить чрезвычайное положение и вести борьбу с преступностью. Более того, в Калифорнии наплыв бездомных, и тот же самый Ньюсом ему способствовал. И, как вижу я по некоторым данным, полиция не особенно с этим и сражается. Не потому, что полицейские такие плохие, им просто-напросто запрещено, потому что курс городских властей на то, что с бездомными надо не бороться, а пытаться их понять. Но при этом, когда бездомный располагается рядом с каким-то офисом
бюрократическим и справляет там все свои потребности и так далее, тут полиция сразу, естественно, вызывается, включается и так далее. А вот простым гражданам не надо бороться, надо понимать. Ну, как бы то ни было, элдер, и я уже опережаю события, губернатор, так скажем, Калифорнии, если это будет нормальный губернатор, то он сможет ввести и здесь объявить положение, и не уверен, что решить эту проблему, но, по крайней мере, какие-то действия предпринимать, чтобы ее решить. Кроме того, губернатор может реанимировать, сейчас ее пытаются закрыть, какой-то большой комплекс по атомной электростанции, учитывая, что в Калифорнии там периодически возникают проблемы с энергией и так далее. И губернатор может серьезно сделать серьезные усилия предпринять, чтобы эту проблему решить. Кроме того, самое, наверное, важное, о чем говорит и тот же элдер, это, конечно же, развитие чартерных школ, школьных ваучеров, для того, чтобы дети могли получать образование там, где бы хотелось их родителям. И вот эти вот два момента, прежде всего, как раз образование и борьба с преступностью, вот они и смогут действительно сделать элдера губернатором, потому что он по обоим направлениям высказывается неоднократно и достаточно уверенно. Он об этом и писал не раз, и в своих радиошоу говорил. А вот Ньюсом здесь проигрывает. А так как от образования, от преступности страдают прежде всего как раз меньшинства, что самое интересное. Ну, вы это и так знаете. И черные, и латиноамериканские законы послушные, как и от наплыва бездомных и нелегалов. То, разумеется, в такой вот ситуации они могут справедливо рассудить, что зачем им губернатор, который устраивает домашние аресты, навязывает маски, при этом сам развлекается в ресторанах, пускает в штат черт знает кого, и тогда, конечно же, они предпочтут элдера. Но другое дело, что у нас система, у нас, к сожалению, тут я даже скажу, потому что у нас она давно, но в Америке тоже ряд нарушений бывал и раньше. Но вот когда я читаю новости о том, что и попадаются мне, что где-то нашли какое-то огромное количество бюллетеней, как раз связанных с вот этими вот отзывами-выборами губернатора, который сопровождал какой-то не то наркоман, не то алкоголик, и что это за бюллетени, и какова была их участь, большой вопрос, то понятно, что демократы, конечно же, всерьез озабочены тем, чтобы Калифорнию ни в коем случае не потерять. Тем более, тот самый принцип домино, он здесь может сработать, и вот эта вот ситуация, при которой тоже мы о ней говорили, и будем к ней возвращаться, и Калифорния, и Нью-Йорк, они могут быть, стать республиканскими, и, как ни странно, хотя, казалось бы, в Нью-Йорке все-таки немного больше традиции, и республиканцы там еще относительно недавно были у власти, а Калифорния, ну, Шварценеггер мы все-таки не будем считать республиканцем, это как актер был забавный, как политик черт знает что. Но, как бы то ни было, казалось бы, что Калифорния уже потеряна совсем, однако вот есть момент, что элдер может ее вернуть, и у этого, даже если он не добьется больших успехов как губернатор, но сам факт победы такого вот деятеля в Калифорнии, это огромный успех для всех, тут тоже скажу, для всех нас. Потому что такие люди, как элдер, нам во всем мире нужны, вне всякого сомнения. Ну да, здесь время наше истекает, и у нас еще была тема про Боливию, грустная тема, к сожалению, но я ее проанонсирую все-таки. Поговорим мы с вами о том, какие репрессии сейчас идут против правых политиков в Боливии. И это тоже, в общем-то, пример для всех нас, что с правыми на самом деле не церемонится в сегодняшнем мире. Но об этом уже через неделю. Спасибо огромное, Иван, и до встречи через неделю. Да, спасибо вам, до встречи.